Приветствую вас, мои дорогие друзья, любители монетного собирания, нумизматы. У нас сегодня здесь такой вот краткий, беглый такой осмотр монеточек. Вот, Германии, имперской Германии, вот так даже вернее сказать. Вот, и что же у нас, как на мое мнение, самое такое интересное. Вот одна из моих таких вот красивых монет коллекции, которые... буду реализовывать в группе в Фейсбуке. Вот такой вот один фенинг 1866 года. Состояние просто шик, блеск и красота. Вот такая вот монеточка. Вот. Пруссия. Вот такая вот монетка. Просто в идеальном состоянии. Королевство Пруссия. 1800 периода 1821-1873 года. Вот такая вот красавец. Материал у этой монеты медь. Практически никаких окислов. Реальное коллекционное состояние. Вот. Монетка в реальном классном виде. Вот. Такая вот монеточка. Небольших по размерам, но очень она красивая, очень шикарная. Вот. Будет реализовано в группе в Фейсбуке. Будет все хорошо. Следующая наша монетка. Это у нас 5 фенингов 1918 года. Залеза, металл с цинковым покрытием. Немецкая империя. Периода 1871-1922 года. 5 фенингов. Deutschland Reich. Вот. Такая вот монетка с таким вот орлом. Вот. Метки у нас стоят здесь АА, то есть метки монетного двора Берлина. Вот. Ну, вот такая вот прекрасная монетка. Вот. Второго образца. Так, следующие наши монеточки, которые у нас здесь есть. Ну, давайте пойдем по номиналу. Это один фенинг. Вот. Немецкая империя. Deutschland Reich, 1906 год. Вот. Такая вот солидная монетка. Это просто в шикарном состоянии. Материал у нас медь. Шикарненькая монеточка. Вот. Следующая наша монетка с данного обзорчика. Это 5 фенингов. Тоже в неплохом таком состоянии. Вот. Ой. Тоже у нас 1900 год. 5 Deutschland Reich Фенинг. Материал медь, никель сплав. Здесь у нас такие вот красивые орлы. Буквочки АА. То есть это у нас означает, сейчас мы скажем, что у нас по каталогу означает АА. По-моему, АА это у нас берлинский монетный двор. Такая вот шикарная монеточка. Кстати, на одном фенинге что-то я не заметил. Есть там буквочки? Нету. По идее должны быть. Что-то я здесь не вижу. Реально я здесь их не вижу, честно говоря. Вот. Что это означает у нас? Какая назвала? Сейчас я гляну. 1906. Если там буквенные, да, есть. И здесь много. Ну вот, АА должно быть. Материал, кстати, монетки медь. Ой. А если у нас нету монетного двора?
Интересно, конечно. Ну, походу, J. Гамбург. Что-то на монетке J я не вижу самой метки монетного двора, так что. Вот. Тоже нету. И на G тоже нету монет. У меня есть вон G. У нас здесь. У нас здесь или D, или O. Вот плохо видно, конечно. Но вот эти буквочки, это, наверное, у нас все-таки J, как говорится, данной ценовой категории, это у нас джекпот. Вот. Потому что каталожная монета, цена этой данной монетки выше 100 гривен. Сейчас я, кстати, попробуем через объективчик посмотреть, J или не J. Если оно, конечно, захочет нам показывать. Вот, да, J. Вот я вижу, J, это у нас, как говорится, наш джекпот. Не хочет он так показывать, хотя я вижу. Хорошо, что там J. Вот. Да, G. Монетный двор G. То есть это у нас джекпот. Монета больше 100 гривен стоит. Даже сам, кстати, не заметил. Вот, так что монетка будет выставлена в группе. Кому интересно, ссылочка в описании. Ну и 5 финингов, 1893 год. Вот так, что у нас тут по буквочке. Буквочки монетный двор А, Берлин. То есть относительно недорогая, но все-таки по годам относительно интересная монетка. Ну и последняя на сегодня монетка. Это у нас уже 10 фенингов. Вот год у нас 1899. Буквочки у нас здесь сзади. Тоже АА. Да, тоже у нас АА. Тоже цена не сильно дорогая. Монетный двор Берлина. Вот такие вот у нас сегодня на обзорчике. Хоть и небольшие, но интересненькие монетки. Особенно вот это вот и вот это вот. Вот монетки ценненькие. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ссылочки все на группу в Фейсбуке, где будут проданы монеты, в описании. Всем пока, до новых встреч!